В Москве открылись 6 мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. В них можно привиться препаратом «Спутник Ви», разработанным научным центром имени Гамалеи. Одна из выездных групп медиков работает в театре «Геликон Опера». И сейчас, вот, когда возникла возможность сделать эту прививку, это надежда на то, что скоро этот зал, который помнит аплодисменты битковых аншлагов, опять станет полным и для нас станет безопасно играть в спектакли, для зрителей, для артистов тоже будет безопасно находиться вместе на сцене. Прививки в мобильных центрах делают бесплатно, записываться заранее не нужно. Перед вакцинацией пациентов осматривает врач. В холле театра собралась небольшая очередь. Здесь, потому что это удобно, красиво и безопасно. После прививки нужно еще полчаса оставаться в мобильном пункте под наблюдением врачей. Выездные группы медиков также работают во флагманском офисе «Мои документы» в ТРЦ «Афимолл Сити», в «Фудмолле Депо» и в двух торговых центрах. Удобное местоположение и друзья рядом. Сразу зайду и расскажу, какие впечатления. Вакцинацию также проводят в 100 пунктах на базе городских поликлиник. Прививку делают и в частных медицинских клиниках. В столице вакцинировалось уже не менее 200 тысяч человек. По официальным данным, в Москве в общей сложности коронавирусом заразилось 900 тысяч человек, более 12 тысяч умерли. Всего в России зарегистрировано 3 миллиона 600 тысяч случаев COVID-19, скончались 67 тысяч человек.